что мы сделали этот праздник сегодня, 1 сентября. Поэтому, дорогие дети, с Днем Знаний, усердия вам, дорогие родители, вам терпения, крепких нервов. Вместе справимся. Поэтому разрешите всем вам пожелать активного творческого сезона, новых творческих проектов и подарить этот прекрасный букет вам всем в лице директора Центра культуры Татьяны Геннадьевны Томпсон. Татьяна Геннадьевна, примите, пожалуйста, букет. Доцент Уральского федерального университета Клименко Михаил Николаевич. Михаил Николаевич, вам слово. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые родители, наши прекрасные бабушки, дедушки, наши любимые дети. Поздравляю всех с открытием нового творческого сезона, с Днем Знаний. Желаю всем в учебном году хороших результатов, новых высоких достижений, здоровья. И чтобы у наших ребят все мечты сбывались. С праздником! Спасибо!